Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Сегодня у нас вторая часть по вязанию вязального марафона «Кичкимитль». У нас сегодня очень простое занятие. Мы должны будем связать квадратик. Видите, у меня написан здесь квадрат зеленый. Мы на прошлом занятии с вами сделали петельную пробу для кулирки. Итак, кулиркой вяжем квадратик. У меня он будет зелененького цвета. Со сторонами 25 на 25. 25 сантиметров умножаем на нашу уже известную петельную пробу и получаем, что у меня набирается 80 петель, провязывается 100 рядов, закрывается. Все, квадрат не имеет никаких открытых петель. 80 петель. Набираем бросовой ниткой, если у вас машина с нитеводом. Сразу, если хотите косичкой, хотите обвивом, как угодно. Но все равно вам придется как-то обрабатывать края, поэтому набирайте, как вам нравится. 80 петель кулиркой, без отделки, без каких-то цветов, одним цветом зелененьким провязываете квадратик. 80 петель на 100 рядов. Вязаный квадратик – это задача первой части нашего марафона. Присылайте фотографию вашего вязаного квадрата, и домашнее задание первой части считается выполненным.